Марина Седнева, мама погибшего в спецоперации Дмитрия Седнева, пришла рассказать о своем сыне, его военном призвании, героическом подвиге и самоотверженной любви к родине. Она возглавляет комитет семей воинов Отечества в Брянской области. К нам обращаются за помощью и военнослужащие, жены, вдовы, матери погибших и вообще все, кто сейчас принимает и принимал участие именно при специальной военной операции на Украине. Помощь психологическая, медицинская, социальная и, главным образом, юридическая. Здесь не только мамы военнослужащих. Перед студентами и кадетами выступили те, кто оказывает всяческую помощь бойцам, находящимся за лентой. У нас была такая сложная ситуация, нам понесли посылки. Что с ними делать? Как их передать? И вот наш сопредседатель Егор Руслан сел на свою легковую машину и поехал. Сказал: Лариса Анатольевна, я проложу путь, я должен понять. А тогда мы повезем уже 6-тонник, 10-тонник или сколько будет нужно. Вот это сыны своему отечеству. Истории сегодняшних дней переплелись с поэтическими зарисовками. Стихи Рождественского, Тютчева и Динабурского исполнили юные актеры театра «Взрослые и дети». Богатые и нищая, и в немощи сильна. Ну где ж еще отыщется такая сторона? Дмитрий Газин, Сергей Дюков, Брянск.